В соревнованиях по дартсу приняли участие воспитанники оздоровительного лагеря первой школы. Они разделились на команды и по очереди метали дротики, стараясь попасть как можно ближе в центр мишени. Задача – набрать наибольшее количество очков и обойти соперников. Ребята остались довольны тем, что приняли участие в таких состязаниях. Нам понравилось играть. Я один раз попал в цель, ну, прям в точку, в красную. У меня было 53 очка. Нам понравилось играть. Было интересно. Ты можешь посоревноваться между другими командами. Это командная игра, вы болеете за друг друга. Интересно. По словам тренера Алсу Криштопик, такие встречи создают у детей командный дух и помогают им вместе преодолевать различные препятствия. Это расширяет в первую очередь кругозор, знакомит их с новыми видами спорта, не совсем традиционными и не очень принятыми в обществе. Также отвлекает их от всяких ненужных привычек. В любом случае, развивает координацию. Приглашаю всех желающих. Дартс не имеет возрастных и каких-нибудь ограничений по здоровью. Могут заниматься все, владеющие хотя бы элементарными навыками счета. Вот дворец молодежи. По итогам состязаний все ребята получили сладкие призы.